Над деревней тучи ходят низко, все вокруг легли давно уж спать. Две старушки вышли в путь неблизкой от воров деревню защищать. Если вдруг преступника заметим, то всегда дадим ему отпор. Берегитесь всех, кого мы встретим, мы сейчас идем ночной дозор. Берегитесь всех, кого мы встретим, мы сейчас идем ночной дозор. Молодцы, мы все-таки с тобой, Матрёна, что решили ходить ночной дозор. Конечно. Защищать родную деревню, святое дело. Правильно говорю. Эй, фулюгалы! Выходи. Кто смелый? Не бойся. Это моя собачка параллельно идет. А я и не боюсь. Это проверка реакциев. Что, чердак поехал, что ли? Зачем? Зачем перцем то всыпать тут все? Чтоб бандиты след не взяли. Накрыл зверь какой-то крепкий. Да какой зверь? Чихнула я, зверь. Она уж два раза намокла. Господи. Стою вся обосрамленная. Нервничаю. Понимаю. Страшновато в первый раз. Понимаю тебя. Не зря же говорят, что у нас в деревне столько бандитов развелось. Ой, не знаю, Фетош, сколько у нас в деревне бандитов развелось, а сколько женилось. Но криминогенная обстановка у нас сама, знаешь, очень напряженная. Вот послушай. А в этот тихий, неласковый вечер, отправляясь одна в сельсовет, а ты накинь, дорогая, на плечи оренбургской свой бронежилет. Ты что не скажешь, я стою о руках дурку. Правильно ты говоришь. Конечно. Правильно. Страшно стало из дома вечером выйти. По деревне прогуляться страшно стало. На каждом углу стреляют. Твоя правда. Дальше. Купил я в коммерческом ларьке пачку сигарет. Ну? Тут как начали стрелять. Да ты что? Одну за другой. Да ты что? Одну за другой. Пока до хаты добежал, все, пачки как не вот. Бывало. А воруют как раз, воруют по-черному. Я уж молчу, вон за складом у нашего. Опять машину угнали. Да что машину-то? У меня корову угнали. Венецию? Кандализу. Черно-белую вот эту. Она же молодая у меня. Какого года? 79-го года рождения. Ой, тёлочка, ты что, пробег 2000 километров. Ой, считай, стояла, не ходила. Вымя на 10 литров. Папа, Мэл Андерсон. Андерсонова, да. Копыта шипованные. Зильными копытами варвары угнали. Да. Вот, угнали. Пятна перекрасили, рога перебили, фиг найдешь. Да. Ну ладно ж мне сетуй, больно сетовашь. Без молока теперь. У меня у самой вон свинья, третью неделю в угоне. Анжела? Да нет, Энигма. Много сусков я. Да, с Амстердама привезли мне с выезда. Ты ж хотел на нее сигнализацию поставить. Куда я буду свинью сигнализацию поставить? Я на свою поставила. Иди ты. Да, удобная вещь. И как удобная он? Вещь. Как она? Теперь кто чужой к мне приближается, она сразу начинает. Ты что орешь-то? Ты зачем орешь? Сорвалась. Свинью, что ли, угоняют? Господи, ночь кругом. Срыв. Веди себя. Сорвалась. Дежурство. Слушай, Клав, ты моего зятя-то знаешь второго? Этого? Олега-то? Близко. Ага. Он ведь в командировку ездил в Японию, в это как ее, в Токио. Токио-Монголия. Монголия-Шанхай. Шанхай-Бельгия. Ну, я и говорю, в Японию ездил он. Через Бельгию? Конечно, он же отсюда пошел-то. На лыжах. Ага. И что? На роликах, лыжах всей палатой поехали. А, всей палатой, ну да. Привез мне оттуда подарок, Клав, козла.
Живого. Живого козла привез, только с правыми рогами. Машина с правыми рулями, козлы, видимо, с правыми рогами. А что удобно? В деревне водит, его радует. Козел, правда, зараза, по-японски блеет. Да ты что? Да, он по-японски, он какой-то, знаешь, бородку у него, сенсей такой. Рога, и он так ходит. Да. 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 Ай, тормоза, помнишь? Тварь, как а тварь есть. Я думаю, кладку сыплю его. Или отдам вон этому участковому нашему Рустемке. Зачем? Пушай у него будет свой милицейский козлик. Кто там? Давай осторожнее, вдруг какой-нибудь маньяк притаился. Сейчас знаешь, сколько развелось всяких насильников. Это которые на вокзале за деньги? На вокзале за деньги – это носильщики. А насильники – это в кустах и за бесплатно. Чур меня. Как поймают тебя, как начнут вытворять. Чур меня. Такой. Чур меня. Ты что делаешь? Заговор от маньяков. Чур меня, чур меня. Какие кусты вон тебе больно подозрительные. Инди. Ага, пойду-ка я проверю. Иди, шур я меня. Тебя прикрою. Слушай, шур кричи, меня, слушай, шур кричи. Шур меня. Шур... Никого. Ну ты что пугаешь, Крафт? Сердце мне выпрыгнуло со страху. Не волнуйся ты, я тебя от любого маньяка сберегусь, сохраню. Да ладно, МЧС нашлась, спасет она. Танечку Ефремову позавчера спасла. Да ты что? Да. И что? Послушай. Ну-ка. Шла однажды домой из тенистого сада. Вдруг схватил меня за руку маньяк. Я ему говорю, что тебе надо, что тебе надо. Ты скажи, что так дышишь, дура. Стал меня обнимать, целовал до упада и пробил меня нервная дрожь. Вот тогда я поняла, что ему было надо, но так просто от меня не уйдет. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. О, перестань! Я точно остановись! Да ты ж сама маньячка! Нет! Я истребитель маньяков! Господи, истребитель! Миг 76! Вон как! Ночная неожиданность! Здравствуйте, здравствуйте! Сижу в засаде, потом как выпрыгну. Ой-ой, боюсь, боюсь. Попалась? Попалась. Вот я тебя. Ага. Ишь ты мне тут. Да, действительно. Гляди у меня. Гляжу, гляжу. Я тебе. Угу. Ишь ты мне тут. Все матери расскажу. Не надо, тёть. I'll be back. Помнишь, все мы когда-нибудь be back? На кино, терминаторов. Терминатор. Прилечу, говорит, к вам на планету, и всем be back. Тебе be back тоже. Я вот сейчас на тебя в танце поглядел, правда, говорят, вся деревня тебя боится. Да что мне бояться? А что тебе не бояться? А что такое? Вчера с полвосьмого до восьми, полчаса, кто из ружья палил? Что скажешь, по банкам баловалась? Мужик в поле капусту ты брил. Ну, поймал я его, посадила. Как говорится, вор должен сидеть в тюрьме, да? Да зачем, Матрёна? Что зачем? Он сидеть не сможет. Как-то? Ему не на чем. Нет,
стреляй, Ворошиловка. А, руки от греха убери, Ворошиловка. Сейчас начнешь. Лицо. Перестань. Что дальше было? Поймал ты его, нет? Нет, не поймал. Ну ты же шустрая женщина. Юркой. Бросился бежать. Ну. Ну я увязалась за ним. Ну, естественно. Загнала его в рощу. Конечно. Он спрятался за березу. Да. Я на него набросилась, и тут облом. Что такое? Я вдруг подскользнулась, костями звеня, зубами воткнулась березу глубоко. Ты вовремя щедро поила меня. Иди к суды. Я тут в милицию заходил, Крустенчик. Он мне фоторобот дал. Говорит, баб мать, какая-то рецидивистка. Показывай людям, может, кто видал. Глянь. Нет, не видала. Приглядись. Может, из соседней деревни. Из нашей, говорит, жестокая. Интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть. А за что ее разыскивают? В протоколе написано «За нанесение тяжких телесных повреждений председателю колхоза тупым круглым предметом». Это ж каким таким тупым круглым предметом? Я не знаю, каким тупым. А думаешь, два раза головой стукнула? Это ты, что ли, зараза? А я говорю, что у меня фоторобота Харри знакомая. Ты хоть за что его, Клав? А ворует много. Врёшь. На ферме много ворует, ворует. Картошку-то и бред. Ё-моё. 40 лет назад невинность мою украл. Чего 40 лет назад украл? Вон, гляди, что. А что там? Твой край. И что там? Вон, внимательно будь. Нет, ничего. Вон, гляди, что. Тишина, не вижу. Да вон, гляди, что. Перестань. Гляди. Ты что делаешь? А что мы делаем здесь, стоим? Как ты подкрадываешься, все. А чё, дед, что такое, зараза? Живую воду разбрызгиваю. Воняет, так, Клав? Приманка. Как приманка? А вдруг воры на запах смерти-то придут? Вот тут мы их и споймем. How know? Know-how, дура. Кстати, я вчера тебя от вора-то спасла. Когда? Пол-11, уж темно было. Неужели никто не рассказал? Нет. Послушай. Был обычный серый пасмурный вечер. Я домой пришла в дурном настроении. Вдруг я вижу, как в окно к тебе лезет то ли дедушка, а то ли видение. Я подумала, что это ворюга, и тогда взяла широкий ремень я. Отметелила я эту бандюгу, то ли дедушку, а то ли видение. Он побежал по огороду, перепрыгнул забор, а я дубинкою его по спине. Чего ж ты сделала, зараза, это ж Васька-шофер. Он лез в окошко на свидание ко мне. И ужас, я не знала. Не знала. А вот тут я знала. Ты суешь своим носом не свое дело. Я не знала. Это мое окошко, пускай кто хочет. Кто ты лезет? Да ладно, ты вот тоже когда напьешь, такой творишь. Чего, а что не творишь, что ли? А что вчера, не помнишь, что было? Не помню. Не помню. Помню только, что немцев гнала до самого Берлина. Немцев. Это туристы из Германии. Приезжали поглядеть на нашу русскую деревню, а ты выскочила на встречу с обрезом и погнала. Ладно, что в 8 километре шоссе патроны у тебя кончились, зараза. Неудобно получилось. Неудобно теперь. А нечего было? Чего нечего было? Нечего было на меня в 43-м наезжать. Да кому ты нужна наехать на тебя в 43-м? Наехать. Историческая справка. Да перестань, пожалуйста, нашу деревню, знаешь, не от воров, а от тебя надо защищать. Что значит, что такое? Что такое? Что ты такая? Не поняла сейчас. Ты что ж? Ты что со мной? Ты кто такая? Не поняла сейчас? Что ж? Ты что, блатуешь, что ли? Ты кто такой? Ты что такое, что? Что такое? Что такое? Что? Чего? Кого? Чего?
Да вообще-то вот сейчас я на тебя близко-то поглядела. Все-таки ты наше секретное оружие. Да, пока ты жива, ни один маньяк не сунется, побоится. Вот это точно. Ну ладно, Светочка, на этом краю деревни поглядели, пойдем на другой край глядеть. Ведь мы с тобой деревенский дозор. Мы пройдем от края и до края, всех бандитов вместе победим. Спи спокойно, сторона родная, мы тебя в обиду не дадим. Спи спокойно, сторона родная, мы тебя в обиду не дадим. Не ложись на краю, а не то придет волчок и укусит за бочок. А потом придет медведь и откусит ножки треть. Ручку унесет лиса, зайка высосет глаза. Чего, не нравится моя колыбельная? Ну, я другую знаю. Шли четыре мертвеца, повстречали пятого. Изо рта клыки торчат, у него проклятие. Придется прибегнуть к телепатическому таланту. Спас! Вот молодец. Что-то нервничаешь, и не засну я с тобой сама тоже. Светочка, ты что, родила, что ли? Что, совсем кукушку улетел, что ли? А что же я? Вот внучка из города приехала, правнучку привезла. Понятно. В падении, слышишь, у меня тоже внучка приехала, вот правнука привезла. Мальчик или девочка? Я говорю, правнука. Знаешь, он кто? Понятно. А сколько ей месяцев? 3 месяца. 3 месяца. Только не я ему, это он, понимаешь, что ли, нет? Ну надо же, у меня тоже девочка. Гляди, гляди, какая лапушка-то. Правда, дай-ка погляжу. Вот же, гляди. Открой, открой побольше. Господи, мордашка сморщенная, прям на тебя похож, копия. Не попал. Не попал. Попал, маменька, зараза. Типун тебе на язык. Типун. С коровью сиську. Суды гляди. Вот она где, джигитовка-то. Ух ты, Абдулла. Ринатка. Ринатка. Моя-то за татарина вышла. Они аккуратные. Ты что? Вам что учудили? Ушки мамины, щечки папины, глазки дядины, губки тетины, ручки бабушки, ножки дедушки. Не видишь, что делать? Гляди, что. По запчастям собрали. Как лего, инструктор лего. Мадрина, у меня что-нибудь твое есть? Ты что, не видишь, что ли? Носик-то мой, глянь, носик. Копия. Профил. Фас. Место. Да нет, ты знаешь, ему до твоего шнобеля еще расти, расти. Что в профил, что в вас. Будет хорошо кушать, в то время все вырастет. И носик, и ушки, и ножки. Ага, слоненок какой-то получается. Ты здесь там что за кошелство? О, началось. Все, приступ опять у нее. Маугли, идут рыжие собаки. О, это еще минут на 20. Рыжие собаки, глядите, что, надо сказать Багире, рыжие собаки. Все, это у нас сейчас ходит репетировать куда-то. Где рыжие собаки? Текст повторяет, видите. У меня уже слюна кончается. Вот, все. Где рыжие собаки? Да? Молчала бы уж, бандерложка. Мы в клубе Мауглю ставим. Ставьте, ставьте, конечно. Что он у вас валяется? Пусть стоит. Гейн, шакал. Естественно, как же. Да, да, вот эдак. А будем на север и переждем. Да, вот эдак вот. И чешусь. 7 минут. Смешно, вот так.
Еще 5 минут осталось. Бедный Маугли. Получается у тебя. Получается, получается. Ты давай, Эд, приходи к нам. Зачем что? Роль дадим тебе. Какую? Скунца. Текста много? Нет, только характерные звуки. Справлюсь. Я не сомневался. Ну да. Ох, что-то спросить я тебя хотел. Спроси, что? Это Игнатка твой. Ренатка, я говорю. Ренатка-то чем питается-то? Как чем? Ты знаешь что, я не могу при нем это слово произнести. Вот. Услышь, просить начинает, как бешеный орёт, дай ему, дай. Вот так вот. Угу. Ну эти, рефлексы. Какое слово-то? Ты чем здесь питаешься? Ага. Ну как тебе? Больше такое кругло. Вот чего у тебя сроду не было-то? Плоскодонка. Скоро помощь, вызовите, пожалуйста. Пылесос, что ли? Какой пылесос? Сама пылесос, большой круглый с молоком. Дети любят на букву «с». Она сосала. Да иди ты в баню. Чё орёшь? Совсем тупо, что ли? Не можешь нормально объяснить, чё орёшь? Нормально объяснила. Объяснила. Вот моя, например, любит сисю. Ты зачем при нём это слово произнес? Я ж тебя только что просил, как человека, не произноси ему слово-то. Нет, нет, маменька, нет. Какое слово-то? Какое слово? Сиси, что ли? Ты что, издеваешься, что ли? У нас специально, товарищ, ни стыда, ни совесть. Что теперь делать мне с ним? Соску дай. Ба, я и забыл про соску. Сейчас, сейчас я тебе дам твою любимую штучку. Только она не настоящая, а силиконовая. Ничего, некоторым мужикам ты силиконовые вещи даже больше нравятся. Подними быстрее. Обмой чем? Есть обмой-то? Есть. Обмой, пожалуйста, грязно будет. Не ори, орешь. Сейчас дадут. Держи. Суй ему. Держи-ка. Вот что. Видала? Вот это заглотил. Видала, как же? Вот так. Во! Вот это как жадно сосет мальчишечка. Это ты чем ее полила? Самогоночкой. Да! Ты что делаешь? Оба! Хочешь мой? Правнука алкоголиком, что ли, сделал, дурочка? Да ладно, крепче спать будет. Она крепче. Вообще в жизни не уснет теперь. Дай мне его сюда. Уйдет сюда. Дай сюда. Уйди, сказал я. Я убаюкаю. Как ты убаюкаешь его? Много колыбельных знаний. Каких колыбельных? Авторские. Ну, на, тихонечко. Баю, 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 баю. Спи, Абдулка, засыпай. Ренатка, я говорю. Ой, Ренатка. Ренатка. I'm sorry. No problem. Спи, Ренатка, засыпай. А не то придет волчок и укусит за бочок. Какой волчок? Дай сюда, упырь, волчок. Уйди отсюда. И сама буду петь я. Устала я. Сиди и молчи. Иди. Пришла. И моя радость усни. В доме погасли огни. Рыбки зачахли в пруду. Птички подохли в саду. Баю, баю. Тихо. Мать, ты что ли?
Пушистый дождь. Мне упыри приснились. Во главе с шорной ведьмой. Схватили меня за ногу и воды тащат. Воды ее-то, а куда ты тащить? В раи, что ли? Ну тебя в баню с упыря бить. В баню, в баню. Гляди, вон лучше, как они сладко спят. Да, красавчики какие, да? Слушай, как время быстро бежит, да? Да. Недавно вроде своих нянчили. Теперь у них у всех дети. Все течет, все изменятся. Ой, не говори, все течет. О, тепленькая у меня пошла. О, дождались, гляди, что. Абдудонь, ну с понятком. Аминь, держи в этой руке только. Слышь, что, как называться-то приспособление, все забываю я. Подгузник. Раньше-то не было, помнишь, что марли гладили треугольники? По 40-50 штук гладили. Теперь же одноразовые. Ты пользоваться-то умеешь одноразовые? Вот так? Да. На ляпучки. Как и клипы. На ляпучки и все. Вроде ничего, а приклеивают. Ты что рыскаешь? А где мое? Бери, доставь свой ей. А где мое? Перебрасываю. Кого перебрал? Где мой? Погоди, а я... Ба, я теперь не знаю его внимания. Все на одно лицо клавка. Перепутала? Ты что, ненормальный? Я что скажу теперь? Как перепутал? У тебя кто, девчонка? Да. Ну, у меня мальчишка, соображаешь, башкой перепутала. Сама же говоришь, они все маленькие на одно лицо. Ну ты тупая. Иди сюда, говорю. Главное, перепутать, я тупая. Что тупая? Подержи. Сейчас посмотрим, да все, проблему нашла, перепутала. У них же разные-то чертежи-то, ё-моё. Ну что тут у нас есть? Вот чего, оп, это вовремя бабушку открыла. Вот молодец, малайка, вот молодец. Чуть не замочил старушку. Из брызгалки своей. Вот это мой из брызгалка, это твоя девка, значит. Не умничай. Поумнее тебя-то. Что поумнее-то? Что вот? Не умничай, все. Поумнее сказал. Слушай, ты случайно не бывший педагог? Бывший педагог, а ты откуда знаешь? У тебя лицо глупое. Ну ладно. У тебя тоже лицо не блещет больно. Так я тоже бывший педагог. Тем более. Твой вырастет кем будет? Ой, не знать я тоже, кем он будет. Сейчас уж космонавтом-то не престиж больно. Может, этим? Ой, профессии все нравится мне, почетно больно, забывай. Олигархом-то, вот. Пожарником он у тебя будет, с брызгалкой своей. Отбулка, подай напору. Пусть хоть пожарник, мне важно. Вон лес огорят, засух, пусть из вертолета воду брос, а тушь. А наша артисткой. Да ты что? Решили. Какие молодцы, семья, решили. На фабрику ее отдаю. На фабрику. Прядильщицей. На, понюхай. Песни петь. С Тимати. Тимати не поет, он разговаривает. Вот это вот. Реп, что ли, не знаю, как вот слово. Реп. У нас другая Тимати, девочка. А, самочка, это самочка. Я не знаю. Это, не завидуй, поняла? Чему завидуй? А что ты завидуешь-то? Вырастут, можешь еще познакомиться, можешь еще... Вот это? Жених и невеста, вот можешь это может быть. Породнимся с тобой. Вот это может, Клав, всяко бывает. Твой, что ли? Мой. Господи, зеленую кнопку-то нажимай. Самсон. Понятно. Самсон? Да, я. Ага, поняла. Быстро вы. Все, лечу. Лечу казахлёсткой. Куда собралась казахлёстка? Наврала я тебе, Матрён. Как это? Не моя эта правнучка. Оба. Соседка с мужем в город ездили, так оставили понянчиться. Ёкарный козырек, а я так порадовалась. Спасибо тебе большое. Ты же знаешь, сколько я на ноги-то поставила. Конечно. У них у всех дети. Ты представляешь, сколько у меня внуков. Полно. Хоть бы кто позвонил. Я же не прошу приехать. Так узнаете, жива я, нет ли. Я ведь такие блинчики пеку, такие пирожки. А для кого? Ну ладно, для кого. Моя жучка вон их с удовольствием жрет. Ты знаешь, Матрён, я уж который год на пенсию каждый день хожу. На почту. На почту. Может, кто письмо пришлет? Или открытку поздравительную? Да. Вспомнит меня старую. Я иной раз так сяду около окошка, да и смотрю цельный день на дорогу. Может, появится, кто порадует меня старую. Да, видимо, не нужна никому. Так хочется кого-нибудь любить, о ком-нибудь заботиться. Ну ладно, что всем растрогалось, Клав. Ну давай я тебе своего поросенка подарю. Будешь ему на ночь авторский колыбельный петь.
пока со страху-то не подохли. Да нафиг мне твоя свинья нужна? Мне бы с человеком пообщаться. Да, с человеком. Он тебя не забывает, так я радуюсь. Не забывай. Ба, правда, не забывай. Глядь, что накаркала. Самсон? Нокив. Алло. Да, Матрёнкив. А, Светлана Георгиевна? Да-да-да, здесь я в скверке. В скверке сижу. Я поняла. Лечу. Лечу махаончиком. В чем дело? Махаончик. Та же фигня, Клав. Не мой ребенок. Светлана Георгиевна Кишлы, с 20-й квартиры. Знаю. У них дочь родила Гульнара. Конечно. Вот дала тоже понянчиться. Ну ладно, ты давай детей отнесем, да пойдем вот свиней кормить. Видим, кроме них мы не нужны с тобой никому. А что они дети? Они же наши родные, любимые дети. Дай бог им здоровья, как говорится. Вон в городах, какие только они заняты стали. Клав, какие только заняты, не подступишься. Ну ничего, ничего, может быть, когда-нибудь они вспомнят про нас, бабушек. Цветок, Ренатка просыпается. Сказки слушал, полежал и на землю вон налил. А теперь лежит мальчишка, ухмыляется. Губки бантиком, бровки домиком. Похож на нашего сантехника Толика. Ну зачем ты так, цветочек, говоришь? Это же вылитый татарский кибальчиш. Пошли! Добро пожаловать на Бермуды. Ласкаво просимо на пляж. Маленькие, маленькие старушечки, блондинки, крутые нафталинки приехали на пляж. Маленькие, маленькие, сдувай с меня пылинки, снимай скорей ботинки, со мною рядом ляж. Матрён, где ты там? Классный у тебя купальник. Это как называется? Старческое бикини? Себя посмотри, фольга использованная. Это, между прочим, фирма Versace. Висяча? Да не, вроде нигде у тебя не висит. Фирма, говорю, Versace. Хочешь, лейбл покажу? Не надо. Что, я твой лейбл не видела, что ли? Эх, Китай, Китай. Светочек, а ты зачем с гостиницы матрас-то притащил? Зачем нам? Сама же сказал, бери матрас, плавать будем. Ну, дубной матрас-то убогой. Так я насос взяла, давай его немного подкачаем. Себе что-нибудь подкачай. Посмотреть противно. Ладно, ложись давай, хоть на мягеньком полежишь, а то вон тут галька.
Чё? Галька, эта стерва здесь. Камушка мелкий, называться Галька. Не умничай, умничает еще. Умничает, главное. Сами умные. Светочка, ты что делаешь? Загораю. В кофте. Забыл раздеться. Склероз проклятый, провальчики. Ты вообще купальник-то взяла? А мне не надо. Я буду загорать топлес. Вон что, топлес. Ты ж знаешь, я ж зануда. Нудистка. Сейчас как выйду, как разденусь, как покажу им все свои наглости. Прелести. Может, не стоит, деточка? А то вот дальше в серебряном бору-то вышла, разделась. Все люди-то увидали ее. Все как бросились бежать. Урут, все, гуманоиды с Марса прилетели. Рыба в воде кверх пузом, а озеро аж скукожилось. Маменька вот так обмелела. Я все равно разденусь. Да, да, раздевайся. Только вот воротись, а то вон море-то разволновался. Это кто кричал? Спасатель с вышки упал, как тебя увидел. Что мне теперь? Понудить нельзя. Вон нормальные люди вообще голышом купаются. Да, да. Кстати. Хорошо, что я с детства на речку без бинокля не хожу. Ба, Матрёна. Сколько мужиков. Какие у них у всех мелкие, какие они все мелкие. Бинокль переверни. Ну нифига себе! Ты что там увидал-то? Там по пляжу идет один бермуд. Что? Бермудец. Бермудовец, как правильно-то? Бермудовчанин. Ну, нифига себе, Казанова, а? Ничего подобного в жизни не видала. Дай-ка сюда, я поглядай. Валидолу мне. Дура, это фотограф, сюда вам. Фу ты. Пойду разденусь. Гляди, 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 как пошла, батюшки. Ой. Гляди, какие у нее трусарди. Слышь, а какие у нее покраба. Прям как у меня. Да ладно, у тебя, извини меня, хил фигер. Тебе же до нее покрабаньте, покрабаньте.
Он говорит, не моя первая любовь пошла. А кто у тебя первая любовь? Морячки. Я ж в Порт-Ур делась. Да. Люблю морячков, они солененькие. Вечно тебя на солененькое тянет. Эй, морок! Ленты в якорях! Бросай сюда свой якорь! Ты что, служивый, шуток не понимаешь, что ли? Чуть не угробил. Полосатик клешаногий. Пойду я искупаюсь. Иди, иди, барракуда на пенсии. Забыл, как дайче. Ой, дайвингом с ней начали заниматься. Она нырнула, а там акула. Ой, о, страху-то было, товарищи. Глазишь, его зубов два ряда. Это я про цветочек. Акула ее увидала, все. Инфаркт микарда. Вот такой рубец. Цветочка, да в гневе у нас страшная, ба. Я готова. Дитя русалки с водолазом. Ой, теточка, вот за что я тебя уважаю, это за то, что ты рождаешь во мне искренние чувства. Чувство гордости? Нет, чувство противоречия. Никак не могу понять, ты на самом деле дура или действительно? Ладно, пойдем. Окунусь с тобой, медуза Горгона. Держись, Бермуды! Мы идем купаться! Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Ну я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет, как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурчиком закуси. Я не за этим. Клавдия Ивановна? У меня к вам серьезный разговор. Самогонку, которую приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я себе вот смотри, какой подарок привезла, видишь? Тебя что ж привезла, ты помнишь? Что? Бигуди из слоновой кости. Вы же из них еще шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот, из посольства Соединенных... Ты мой хороший. Клавдия Ивановна, у меня серьезный разговор. Ведите себя прилично. Хорошо. Из посольства Соединенных Штатов Америки к нам в контору пришла нота протеста с требованием выдать вас властям США. А ключ им не надо от амбара, где коровы мычат? Клавдия Ивановна, вас хотят видеть вся американская полиция, ФБР и ЦРУ вместе взяты. Да что я такого сделала-то? Вот и я хотел бы знать, что вы там вы такого в этой Америке сделали. Но так как наша страна, как известно, своих не выдает... Спасибо. Спасибо. Американский представитель приехал к нам в колхоз. И пока он там в этой луже застрял, я быстренько огородами пришел вас предупредить. Он хочет лично с вами побеседовать. Скажите, что я занята. У меня подруга. Мы вышиваем. Все, пойдем, все. Ты глядя, что... Это деревня Нижние Чесуны? Да, да, это деревня Нижние Чесуны. Окей. Окей, говорит. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь вот эта женщина? Привет. Oh, yeah.
Окей. Меня зовут Скотт. Скотт? Я много скотов повидал. Ты кушай, кушай. Меня зовут мистер Скотт Бадун. Интересно. С такой фамилией отрезвый. Владимир Иванович, человек на работе. Интересно, есть в Америке Скотт-сушняк? Excuse me, что есть сушняк? Ну, это когда утром встаешь с бодуна. То есть, если утром вставать с меня, это сушняк? Это я пошутил. Скажи ему, переведи ему. Do you speak English? Yeah. Юмор! Шутка! Черк. Понимаете? У меня есть к вам целый список претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Претензии у него, гляди. Какие претензии? Ты давай факты. Факты. Я? Факты — это значит доказательства. Доказательства, понимаешь? Доказательства. Yes, yes. Тут есть целый список доказательств и претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Товарищ капиталист Владимир Ивановна, я пойду из вашей машинки бензинчик солью пока. What? Стекло протру. Дурака, понимаете? Фрейншафт! Вот. Странный человек. Ты зачем, сынок, приехал-то? Какие проблемы у тебя? Давайте начнем по порядку. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк, вас досматривают таможня в аэропорт. У вас были обнаружены неизвестное химическое вещество. Какое неизвестное химическое вещество-то? Это краковская колбаса из сельпо. Я в самолете ела. В этот краковская колбаса были обнаружены натрий, плутоний, фосген, мышьяк и примеси тяжелых металлов. Таможенная собака, которая съела кусок вашей колбасы, на следующий день подохла. Ну уж не знаю. Не знаю я. Вон Мотя у меня, Мотя. Всю жизнь ест. И ничего, гляди ты. На, Скотт, колбаски попробуй. Ты кушай, Мотя, кушай. Вы не обращайте на нее внимания. Она у меня по понедельникам всегда такая. Когда ваша колбаса вытащили из пакета по аэропорту, распространился такой запах, что была объявлена химическая тревога. Пришлось эвакуировать пассажиров. Ну, колбаса немного испортилась. До вашей Америки 11 часов лету. Она в пакете перележала, Маненька. Надо было ножичком белое соскрябать. Толстенько порезать на хлебушек. Пальчики оближешь. Хлебушек подай, Клавдия. На, подам, держи, на. Не обращать внимания. Так, еще вы обвиняетесь в попытке изнасилования. Ты злый. Что-то я не помню такого уж. Вот здесь все записано. 12-го в 10:00, гуляя по 5-й авеню, вы набросились на гражданина Америки, стали его целовать и рвать на нем одежду, пока вас не оттащила полиция. Его звали Джон Люк. Ты целовала Люк? Ты кушай давай. Это я перепутала. Думала, твой любимый Леонардо Ди Каприо идет. Мистер Люк теперь лечится у психиатров? Ну, передавайте ему привет. Привет. Это еще не все. В 13:00 вы бит на экскурсии «Белый дом». Ну? И там вы напасть на президента Соединенных Штатов Америки. Ничего я не напасть. Я туалет искать. Вот ты представляешь, я в туалет забегаю, там мужик сидит. Спрашивает меня, how do you do? Я говорю, ты сиди, не отвлекайся, я дойду, дойду. Зачем вы ущипнули наш президент за нос? А чё он ругаться-то начал? Вот, представляешь, кричит мне,
хуаю! Хуаю! Я им говорю, от хуаю слышу! И зам с его мать! Ну, я ему сливу сделала! Сливу! Можно вишенку, но это потише. Я сливу уж. И что можно крапиву? Я ж не знал, что это ваш президент. Убегая в Белый дом от охраны, вы по пути побили 4 морских пехотинцев. Простите, пожалуйста. Они сами на меня сразу все 4 набросились, а я была не в настроении. Ну как вы могли побить 4 морские пехотинца? Сынок, ты хоть раз в поле от быка убегал? Нет. А я каждый день бегаю. У нас дорога до станции, через поле лежит. А в поле тебе мош пасется. Бык, 4 центнера. Как меня увидеть, зараза, сразу за мной гонится. Ты мош всегда за дураками бегать. Ты кушай, пожалуйста, кушай, не отвлекайся. Я муж 3 раза рога пообламывал. И все равно, как меня увидит, пар из ноздрей. Копытом бьет, вот не могу. А ты говоришь, морские пехотинцы. Фу. Вы есть хулиганка. Угу. Зачем вы написали на стене «Белый дом», «Сочи чемпион 2014»? Я болею. Вы больны? Чем? Я за наших болею. На каждом заборе пишу. Это не забор, это Белый дом. Очень хорошо видно на белом черным угольком в Сочи. 2:04. Так. Вы звонили из отеля в Нижние Чесуны? Да, звонила. Да, звонила. Ну, у меня ж подруга здесь живет, вот Ботя. Звонила ей. Здравствуй, Скотт. Добрый день. Как известно, наша страна прослушивает разговоры всех иностранцев. Мы прослушали ваш разговор и пришли к выводу, что вы готовите заговор. Мы провели лексико-грамматический анализ... Я не слишком быстро говорю. Да мы тебя вообще не слушаем. Мы провели лексико-грамматический анализ вашего разговора. Некоторые слова нам были не совсем понятны. Что тебе непонятно? Что означает выражение «ядрить меня в коромысло»? А хрен его знает. Мы можем спросить у мистера Хрена? Ты не понял. Хрен его знает? Знаешь, никто не знает. Как это никто не знает, если мистер Хрен все-таки знает? Тебе не понять, Скотт. Ты мой хороший. Очень важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знакомы с мамой нашего президента? Нет. Но в телефонном разговоре вы упомянули ее 25 раз. Сынок, мама, она бывает разная. Бывает Кузькина мама. Ее обычно показывают. Бывает такая-то мама. К ней обычно посылают. Слишком больно любопытных. А мама нашего президента, она такая-то или Кузькина? Она Бушкина, Скотт.
Мушкина. Так, после атаки на нашего президента мы ведем наблюдение со спутника за нижними часунами. И мы пришли к выводу, что вы готовите оружие массового поражения. Ну, с чего ты взял-то? У нас есть фотографии, неоспоримые доказательства. На эти фотографии вы и ваш председатель кладете в какой-то аппарат картошка, свекла, сахар и эти дрожжи. Дрожжи. Вот, а на другой фотографии спустя час вся деревня лежат. Ну, не дрить меня через коромысло, а? Вот опять. Ну, у вас чего, не гонит, что ли? Я не понимаю. На вот, попробуй. Матрёнина полянка. Это что, ваше оружие массовое поражение? Нет. Это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, все конфликты исчезают. Жизнь становится веселой, радостная. Все счастливы. Шуменко мы деревья гнулись, а ночка черная. Отпевай. Ты что, не знаешь, что ли? Я не знаю слова этой песни. А какую ты знаешь? Я знаю вот это. Strangers in the night. Эй, погоди, так это та же самая песня. Запевай. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Да в поле у ружья. Something in your eyes. Светёт калина. Something in your smile. Дорогой длинной. Something in my heart. Ох, полюбила я. Strangers in the night. На Муромской дорожке. Strangers in the night. Ох, напилась я трошки. Strangers in the night. Степь да степь кругом. Что стоишь качаясь? Наливай. И мы с тобой еще поем. Хороший скот, хороший. Пусть у меня живет. Как что, скот? Ну ничего. Пусть у меня живет. Пусть в спальне. А что, ничего. Давай, скот, у меня в спальне будешь. Давай у меня. Как он курок твой, как он там. В старом альбоме храню фотографию. Что мне милый с курорта прислал. Но не пойму, почему вместо профиля он мне на память свой кукиш заснял. Фотография 9 на 12 с красивой подписью пошла ты. Мне напомнила, как мог ты выражаться, хотя тут словом вряд ли что исправишь. Фотография. Все далекие года я вернуться всегда мечтала. Там красоткою я была. И Матрёна еще не знала. Шуб-дуба, а шуб-дуба, а шуб-дуба, а шуб-дуба, а шуб-дуба, а шуб-дуба. Шуба из дуба? Оригинально. Шуба из дуба. Здравствуй, Матрёнушка. Здравствуй. Какими судьбами ко мне? Ну вот мимо проходила. Ну а что в дверях-то стоишь? Проходи. Спасибо. Мимо проходи, ты же мимо шла. Чё? Некогда мне с тобой шутки шутить. Что непонятно объяснять, что ли? Что такое? Третий день уже приходишь, третий раз. Ну, иди отсюда, дела срочные, неотложные. Видишь, какие у тебя дела неотложные, альбом сидишь, просто смотришь. Не просто. Фотокарточки хочу отобрать. И в чате разместить. В чате? В чате. Не верьте, ребята, девчатам из чата. У них уже дети и даже внучата. Что-то темнит, гляжу. Ну хорошо, объявление на подъезде читала. Какое же объявление? Дому нашему 100 лет исполняется. Памятник архитектуры. И чё? В ЖЭКе будут конкурс проводить. Название «Почетно сторожил дом». Призы ценные, подарки дорогие. А ты чё это мне ничего не сказал-то?
А я-то думаю, что зачастила? Это ты что, в одиночку приз? Нарисовалась, не сотрешь. Это ты что, зараза, без меня приз, что ли, хоть? Вот это... Только у тебя никаких шансов нет. Что это у меня нет шансов? Мы с тобой, считай, в один день родились. Ну вот какого ты родилась? В смысле, какого числа или какого хрена? Какого числа у тебя день рождения? 2 марта. Какого года? Каждого. Да это понятно, такой не я хуже тебя выгляжу, понимаешь? Что я старею, ну иди в зеркало-то погляди. Он у меня как и может... Товарищи, погляди, а что, погляди, что твоя лица? Мне он Али всю жизнь твердил, что моложе меня. Пяточкой в грудь себе. Какая еще грудь там? Спалая. У тебя Эвересты, что ли, я ты гляжу? Погляди, к чё? Нет, или после пятой рюмки кричишь, что тебе Анфиса Чехова в подметке не годится. У тебя фигуры и характера изъянов нет. Есть у меня один изъян. Какой? Хвастаться я люблю, поняла? Так что как ни крути, я хуже тебя выгляжу, поняла ты? Я старею, я старею. Я вот сейчас своим альбомом ты сбегу, потом посмотрим, кто из нас старее. На старт! Внимание, марш! И дальше творится? Дальше хвасталась мне. Я, говорит, бегом начала заниматься. Я говорю, ты 100-метровку за сколько пробежишь? Рублей за 600. Гадина какая-то. Вот ежели спорить, начинаешь хоть кол на голове тиши, ничего не втолкуешь. Клавд, я принесла свой альбом. На звание почетного сторожила претендуешь, да? Претендую. Ты же все нормы ГТО перебила, поняли, находишь. Кобылы находит ты. Я на лифте это не считаю. Да не ври ты мне, лифт вторую неделю на ремонте. Ну-ка быстро скажи, зачем на фотографии там понадобились? Для фотовыставки. Ничего себе, сколько этапы информации. Этапы жизненного пути называется. Вон чего. Вот каждого по 5 штук. По 5? Чем старее, тем лучше. Вон чего. На, вот гляди. Я с детства старее тебя выгляжу. Мне здесь 2 месяца, никто меньше 5 не дает. Ну не знай. Помнит, как на месяц выглядит. Не завидывай. А что, как есть красавец. Взгляд игривый, но сопливый. Чепчик с полоской, четвертинка с соской. Слюнявчик с ромашкой, подгузник с как... Вот эту фотографию отошлю. Тут мне как раз 5 года уже. Маленько поправлю. Что делаешь? Как было? Очки хочу подрисовать. Лицо состарится маленько очка. Между прочим, фальсификацией попахивает. Ну извини, от тебя тоже. Не фиалками. Вот это вообще не значит. Это эксклюзивно. В чем эксклюзивно? Эксклюзивно значит только у меня есть. У меня тоже есть такой ансамбль школьный, наш песни играют. Ага. В Челябинске. Да, да. Лобали халтурку. Намек поняла, Клава. Лобали халтурку, народ приторчал. Пошла файда поверх башлей. Сармак редкий, а тут еще чуваки с шайками на уши наехали. Один бемоль давай лопату втюхивать. За 1,5 куска. Лом чумовой. От заморочек репу клинит. Ага. Главная солистка. Матрёна Нигматульна. Ой, чё был домой? Слов-то не знали правильно, что на пленке слыхали, так и пели, да? Туз-игру! Туз-игру, все вроде, но странно вроде. Туз-игру! Шарашин вроде, да. Я еще помню, ты Пугачёва очень любила петь. Пугачёва любила, а ты мне все подпевала. Рэпер 70-х. Я прошу, не надо. Не надо, да, понял? Говорить не правда. Хорош трындеть, перец. Другом меня называть не спеши. Поспешишь, пацанов насмешишь, да? Шорох листопад. Шух-шух-шух-шух. Лунная сонда. Типа ля-ля-ля. Все, что мне надо сейчас для души. Души не парься, бабушка. Осенний поцелуй кучерявой старушки. Осенний поцелуй в полосатой ночнушке. Взгляды нас щекочут, нам приятно очень. Я в зеркало смотрю, сама себя боюсь. Вот эту графию отошлю на конкурс-то. Ух ты! Негритянка 45, баба чернослив 5. Ты что, шокнешь, что ли, какая негритянка на грязевом курорте была грязью мазалась? А зачем мазалась-то? Процедура такая была, вот и мазалась. Просто дура такая была, вот и мазалась. Идиотка, лечиться ну, мне надо. Ну, коли идиотка, было. Обязательно лечиться надо было. Зато ты вон теперь у нас красотка. Красотка неписанная. Это я неписанная. В зеркало-то глянь на себя, лебедь белая. А ты паушка сизокрылая. А ты лань трепетная. А ты газель маршрутная. Так, знаешь что, я не для того сюда пришла, чтобы унижение выслушать. Последний раз спрашиваю, признаешь, что ты моложе меня? Видала.
так виднее, что ли? Знать тебя больше не знаю, ноги мой здесь больше не будет. Вали. А перприз я все равно возьму. Поглядим, поглядим обеза. Поглядим обеза. На старт. Внимание, марш! Вот человек, а. Будто не знаешь, что зависть злобу порождает, злоба в ненависть перерастает. Где лезть, там ложь. На самый святой замахнулась, на дружбу нашу бескорыстную. Я ж не со всей душой, можно сказать, с превеликим уважением. Тварь. Цветочка, мириться я пришла. Да. Правда, ты старше чего меня. Старше? Чего старше? Когда ты? А, в смысле старше, да, конечно. К чему только ты это все говоришь? До Жека сбегала сейчас. Узнал там, какие дела. Обратно иду, думаю, господи, неужели из-за этого зло сейчас на машины дружбу нашу перечеркнуть посмею. Что, на главный приз машину, что выставили? И что предлагаешь? Не буду я свою кандидатуру выставлять. Бдительность мою усыпить хочешь, да? Ничего у тебя не выйдет. Дружба, дружба, машина врозь. Павтун, зачем ты так? Я же чистого сердца. Поклянись. Век мужиков не видать. Не пойдет мне туда. Какая тебе пошла? Никогда вообще не пойдет. Давай пиши расписку мне. Какую расписку? Обыкновенную. На вот тебе листочек, вот тебе ручка, пиши расписку. Да что дошло, расписку. Надоело уже с тобой. Давай, давай, напишу тебе. Да, напиши. Давай, короче, писать. Прям давай, напиши. На, бери вот ручку, вот листочек. Говори, что писать, давай. Пиши. Я, Матрёна Нигматуллина, находясь в здравом уме и твердой памяти. Мити. Твердый, ты без мягкого знака пишешь, твердый. Какая тебе разница? Сама ты твердый. Какая тебе разница? Твердый память! Ты что, исправляешь их? Нотариус, что ли, пойдешь? Тварь. Торжественно обещаю не выставлять своей кандидатуры название почетного сторожил дому. Жила. Ну, написала. Пиши мне ту. Разборчиво. Можешь крестик поставить. Брысь отсюда, что я в школе, что ли, не училась крестить. Писло чесать? Ну, почеши, коль не могу тут. Ну-ка, теперь ты мне расписку пиши. Как будешь расписку? Такую, что тот своих слов не откажется, когда почетным сторожилом станешь. Видишь ты. О, рука еще чешется. Интересно, это к встрече или это к деньгам? Это грибок. Пиши дальше. Я, Клавдий Цветочек, находясь трезвым... Кстати, ну-ка дыхни. Что надо? Дыхни, что? Сказал. Ну не фиалками. Вместе вчера сидели. Я, Клавдий Цветочек, находясь в не очень трезвом уме, и не совсем здравой памяти, ответственно заявляю, что всегда была и буду старше Матрёны. Внешность свою нахожу невзрачной, местами отвратительной, в области груди и таза даже убогой. Не стыдно вот тебе, а? Еще что велено. От слов своих не откажусь даже под пытками. Теперь распишись. Письмо можешь не чесать. Меняемся расписку быстро. Протяги. Сама протягиваешь готовая. Вот и напери. Глупый человек. Сама первый раз такого глупого человека вижу, чтоб сам добровольно от машины отказался. Всяко бывает. Ла-ла-ла-ла-ла. А что я раз сказала машина? Я сказала машинка. Детский смол. Би-би. А. Ока, что ли? Ничего себе размечталась, ока. Ну а что, стиральная? Да не. Швейная. Да нет. Бритвенная. Харьков 2М. Харьков 2М. Погоди, может, Харьков? Харьков! Тебе вот этого легче? Что я с ней делать-то буду? Что, хочешь, то и делай. У нас, знаешь, как амошная машинка. Хочешь, кактусы брей, хочешь, под мышками ронять. Поняла, да? Машка, вы что ж так убиваетесь-то? Вы ж так никогда не убьете. Молодец ты, Матрён, молодец. Урод мне, урок мне. Нельзя дружбу по мелочам разменивать. Значит так, раз ты от главного приза отказалась, то и мне он ни к чему. Давай, давай расписки рвать. Рви, если хочешь.
Дорогая Матрёна, это еще что такое? Дорогая Матрёна, сегодня исполняется ровно 45 лет с того момента, как мы с тобой познакомились. Не, может быть, что, правда? Что, забыла трамвай однёрочку, что ли? Чему помню? Ну, а что ты сказала красивой девушке, когда она тебе на ногу наступила? Что-то типа, эй, пром ветца каза. А эти коровы обозвала. А эти мымры. А эти начки плюнула. А эти сетки похарит. Вот там сырые яйца три десятка было. Вот с этой яичной маски, Матрёна, и началась наша с тобой дружба. Так что, Матрён, как ни крути. Да. А я тебя, Матрён, узнаю по походке. А что, походка необычная? Ты носишь юбку галифе. Узкова отманекла. Платок всегда ты носишь, что белый. Зуповатенький. Обут остатки фирмы. И пусть мы иногда с тобой ругаемся, друг друга все пытаясь подсадить, но дружбой дорожить всегда стараемся, и вам желаем ею дорожить. Но дружбой дорожить всегда стараемся, и вам желаем ею дорожить. Ночь, тишина, луна в окне. Не спится, не спится. Не спится бы мне. А она мне: водка, водка, огуречек, вот и спился человечек. А я ей говорю: пойми, луна, пойми. Водка, она как машина времени. Выпил и уже завтра. Не, ну вот где она, а? Я ведь без нее не дойду никогда. Когда ей исполнилось 8 лет, родители умоляли ее сбежать из дома. Дальше за свадебным столом брат жениха Олег говорит ей: «Теточка, водку будете? Буду. С чем? С соком? С каким? С желудочным». Мужики за добавкой побежали. Как говорится, выпьем с горя, где же горе? Ты зачем такая гадина, дядь Миш по голове стукнула? Я больше не буду. Ему больше не надо. Все буду. Че молчишь, о, правда, спячушка, скажи что-нибудь. Канализация. Чего? Канализация. Только воздух втяни и внятно скажи. Как нализалась я. Во, во, теперь правильно. Главное, сама худющая, а бутылку сам больше уберет. И как только подняла к ней. Я когда молодая была, штангу поднимала. 300 килограмм. Да не ври, как и 300. Я поднимала. Трек-рамбалк, что ли? Поднимал я! Это бочка 200 килограмм. Я поднимала! Всю жизнь врешь! Я поднимала! Врешь всю жизнь! Я поднимала! Врешь! Правда, не подняла! Вот именно! Ладно, пойдем давай, вон вроде все успокоилось, там гляжу, и тише над 8 километров. Пойдем, говорю! Кто там? Кто надо? Ну ладно, давай я первым пойду. Иди первым, мне какая разница. Ты вон, выпьемши. Да, ты трезвая, гляжу. Вон, ровненько пошла, как прямой линейщик. Прям чоп. Матрён, ты все-таки давай старайся. След в след иди. След в след я не смогу, ты слишком семенящий идешь. Он вообще исчезнет. След... Ты что, пугаешь ты меня, псевдоплоть?
Я что-то не пойму. Ты что, самая умная, что ли? А что тебе надо? Сейчас вообще одна пойдешь. А что пугаешь ты? А что не пугаешься? Нет, а что пугаешься? А что ты? Не дойду, что ли? А что дойдешь, что ли? Без меня? Больно буреш, кляжу, на глазах прямо. Умно, больно. А что это там за хрумка? А что за белый предмет в топку забросила? Сейчас я выдам. Это что было? Сахар. Господи, зачем тебе сахар? Сахар. Для мозга надо. Полушария-то не слипнутся. Мозг-то на 80% из жидкости состоит, а у тебя-то из тормозной. Не удержусь, расскажу. В четверг на поминках напилась, встает и орет. Слово предоставляется виновнику торжества. Ба. Все, хочу вибратор убавить, маме. А я прибавить. Алло. Нет, Кирь, мы уж ушли со свадьбы полчаса назад. А вы что там делаете? Алкогольные кричалки кричите? Я парочку знаю. Ну пиши, пиши, пиши. Водка гадость, водка вред. Жаль, что в краме ее... А, это была уже, да? Тогда вот эту. 200 пива, 300 водки и все женщины-красотки. Как все было. Ты хоть одну знаешь? Одну знаю, пиши. Что упало, то бухало. Все, что ли? Хулиганить? Хулиганить, а чё? Нечего, как знаешь. Бабка знат, бабка пожила, стих на музыку положила. А на стене часы висели и не давали спать никак. Каждый год одно и то же, каждый день тик-так-тик-так. Девочки своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. Часики твои меня уже допекли, ни о чем не жили и бесплатно люби. Хоть так, хоть так. Да ты что, чокнута, что ты что делала? Ты что, чокнута, что ли? Там по-другому было. Там был и люби просто так детство. Я ей говорю, бесплатно. Песни люблю петь, плясать люблю, природу люблю. Природу любишь? Обожаю. После того, что она с тобой сделала? Где же мои 80-е? Чтоб кровати без пружин. Пили, пели, все терпели. Танцевали, пили джин. Железный занавес, к чертовой матери. Ой, разбили, разбили цветочки, вместе с ними песни петь начали. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Да в поле у ручья. Something in your eyes. Цветет калина. Something in my heart. Дорогой длинной. Something in your smile. Ох, полюбила я. Stranger in the night. На Муромской дорожке. Stranger in the night. Ох, напилась я трошки. Stranger in the night. Степь да степь кругом. Что стоишь, качаясь, наливай. Мы с тобой еще споем. Oh,
мы с тобой дошли почти. Песнями быстро прошли. Дошли. Прошли в наш деревень с пригорк смотрится, да? Да, вообще красотища. Душновато, малинка. Душно, согласна. Пиво хочешь? Ой, спрашиваешь? Я не спрашиваю, я издеваюсь. Ты знаешь, Матрёна, я бы сейчас мороженого. Ага. Хочешь мороженого? Нет, я нормального хочу. Он, гляди, Виталька, племяш твой, куда-то где убежал. Виталина? Вон бежит. Виталька! Это Джельсамин, ее красота! Разбудишь деревню, забываюсь. Опять ругаться буду. Забываюсь. Забываешь. Ну, у вас быстрый. На работу пошел. Быстро бежит. А, на молочный комбинат нельзя упасть? Нет, не на молочный. Уволи я его с молочки. Да ты что? Уволишь недель-две. Я не знаю. Да. Не знаю. Он же там начальником работал. Да нет, так вместо сыра вонял. Пармезан, ё-моё. Ну, что ты его критикуешь все время? Глупый он. Хороший мальчишка. 48 лет, все глупо. Слыхал, женился недавно. Ой, не говори, женили, все как котят. Молодец. Все, слава богу. Молодец. Все. Матрёна, ну что, жена-то хорошая? Ничего, ребята хвалили прям. У тебя сегодня прям день открытых ворот, что ли? А кто еще у меня там? Так вон, гляди, подонок твой побежал. Подонок! Не ори, это Джельсамин, ёбаный! Разбудь деревню, опять бить буду. Забывайся, тоже склеротичка старая, видишь? Мотька, я вот тоже все забываю тебя спросить. А ты зачем своего пса подонком назвала? Ты знаешь, когда на улице его зовут, сколько мужиков оборачивается? Я говорю, подонок, что здесь? Что сказал, что сказал, да? Какая-то все-таки умная, внимательная. Я нормальная. Сообразительная. А вот ты мне объясни. Ты фантазер. Зачем постоянно вот сериал смотришь, вот этот вот секас в большом городе? Фу, взрослая женщина, спидобище. Не секас, а секас. Ты меня не справляй, ты что мне весь день справляешь? Может, хочу узнать, чем их жизнь от нашей отличается? Я тебе скажу, чем отличается секас в большом городе от секаса в маленьком. Только размерами города, все. Давай на псошок и хорош. Мы вышли из лесу, когда все запели вокруг петухи. Один за одним мы видели, как темноту побеждает рассвет. И видели ночь, гуляли всю ночь до утра. И видели ночь, гуляли всю ночь до утра. И видели ночь, гуляли всю ночь до утра.